Меня! Итак, параллельно с драматическими событиями, которые развивались на втором этапе кампании, где силы хаоса пытались превозмочь силы Некрон, и у них это получилось, как вы знаете. На другой стороне гробницы силы Space Marines, которые откатились назад, пытались сделать то же самое. Вначале я спросил командира Space Marines, какую тактику они предпочтут. Атаковать или уйти в оборону, дождаться подкрепления. И Space Marines ожидаемо выбрали оборону. Все очень плохо. 200 пацанов, бесконечная фаланга с каким-то именным лордом. Где он здесь, этот именной лорд? Show me. Затерялся. Вот он. Он стоит 375 очков, встает на 2+, 3+, дает вот этим всем. Это жесть. И стреляет шаблонами. Шаблоны какие-то опасные стреляют, которые все уничтожают, стрэндж-тесты заносят. Что это за небоклон? Здесь у нас куча врайтов, фланг защищает гробницы этой, и дестройеры. Плюс абаржи. Там вот грейхантеры вышли сзади. Инфильтра. Инфильтра. Значит, ктанчик здесь, пилончик сверху. Здесь тоже врайты, монолит и ктанчик. Контентный. Вот, значит, Space Marines решили, после того, как им попу надрали на первом этапе, они решили как-то к обороне перейти. Вот эту часть защищают ведь рыцари, как всегда, наемные орки какие-то там с гречными. Куча мотоциклов, куча просто. Красный, черный, синий. С этого фланга тяжелая артиллерия Стомпа, как всегда. Ну, не как всегда. Что-то сегодня не так с этими пацанами. Вот наш любимый Титан. И это, опять же, наемные орки. Плюс чуть-чуть Space Marines'чиков. В чем заключался выбор? Если бы Space Marines захотели атаковать, у них бы взыграла кровь, сколько кула фига, то бы миссия шла на точке Некрон, и Некроны получили бы бонус к обороне. Если, как в этом случае, Space Marines решили сами пойти в оборону, то они получили бонус к обороне в виде реролов ковров, что, по идее, против Некрон не особо должно ролять, потому что там у них АП особо нет. Тесла Дистрактору без разницы, все равно против него армор кидаешь. И, собственно, теперь миссия идет на точке Space Marines. 200 человек стреляли. Не 200, а 35. Бедные. Ну, вот достал из них 35. В общем, ковры были откинуты. Что еще? Здесь ктанчик пострелял в мотики, двоих убил. И здесь баржи плюс ктан плюс пилон. Туда убили одного. Ну, есть версия, что он сам сгорел. Что-то как-то слабо. 9000 некронов за ход убило трех маринов. Первый ход лоялистов. Здесь такой залп. Сносит всех. 12 врайтов ушло, баржа и дестройеры там, да, все? Да, Делорд тоже. Делорд, в общем, так вот. Сила оружия. Знаете такую песню? Вот. Сюда занесли блайн-тест. Парень один умер, встал. С этой стороны сколько орбиталок? Две? Три. Три орбиталки. Бах-бах-бах-бах. Что-то там ранили, толком никого не убили. Мельтосмертники. Баршу в жопу. Пяу. И мотики подъехали, чуть постреляли кого-то даже. Ктан еще, ктан. Убили. А, да, ктана. Грейхантеры мучают ктаны. На Overwatch рану занесли, сгорели сами плазмы. И сейчас стреляли. Одна осталась? Одна осталась. Слабенький ктанчик. Да, убил мясо. Хотя такой пафосный, типа, смотрите, ручку тянет. Я бы сказал, что правый фланг Некрон аннигилировали. Им срочно нужно перестраивать войска, новую тактику искать, потому что Space Marines явно перешли в атаку. Хотя начиналось не с этого. Да, залп с Титана и Стомпы — это вам не в тапки срать.
Некроны решили ударить на свой левый фланг, вышли косы, попилили там кучу байков. Вот, продвигается фаланга, точку отобрала одну. Здесь выпал монолит, из портала вышел Ктан. Вот, сначала Д-силой пожег его, потом свой пулемет включил за несколько 23. Вот, и бедному оторвало ноги. После этого один Гречин умер. Ногой полу. Вот, на перехвате Катес не смог, ни одной шестерки не упал. Ктан пошел на Грейхантеров и не дошел, еще рано словил на Овервотч и упал там. Вот, Грейхантеры там вообще спокойно, все хорошо. Взорвался на 2 единицы, никого не накрыл. Вы можете пожилом? Здесь давления практически никакого нет, там кто-то прячется, ползет. Крайне рискованный маневр с монолитом и Ктаном. Да, минус один Найт, но они оказываются в самой гуще Space Marine. Что сейчас с ними будет? Как сказали, начнем с главного. Сюда прилетел большой блин со стомпы. Стомпа собака. Собака. Как это? Собака Трейс. Короче, прилетел и убил одного целого. Их теперь 199. Вот так вот, неумирающая фаланга. Значит, давление тоже было. Решили Space Marine в лоб встретить Некрон. Вышли самолеты, там пару ран повесили, кого-то даже сбили. Все джинкают. Мотики постреляли, ничего не сделали. Здесь мельтодроп перевернул все подряд. И монолит перевернул, и баржу перевернул. Пошел там бомбы закладывать. Здесь, значит, залп с стомпа Хаунда. Вот, в Ктана и в монолит. Как видите, ни того, ни другого нет. Взрывом Ктана унесло одного Центуриона, семерых Лутосов и ни одного Гречина. Гречины все спаслись. Что еще хорошего? Значит, терминаторы выпали вон там. С библиарием чуть-чуть разбежались. Грейхантеры стоят там на точке. Курят! Где-то трех райтов убили, вышли копты. А, да, значит, здесь целое это самое. Цирк приехал, короче, вот один держит, брат какой-то, двух братьев других, молодцов, значит, они туда накидали кучу сейвов и добили чуть-чуть изнутри стомпы. Эти там стреляли в попути от... Все заджинкали. Все заджинкали и все. У меня есть один очень старый друг, который обожает рассказывать всем одну и ту же историю. Как-то мы с ним играли в Джином. Помните такую игру? Это что-то вроде Мехвариора, где можно было вылезать из робота и бегать. Мы играли с ним по нульмодемному шнуру. Знаете, что это? Это шнур, который связывал два компьютера, и можно было играть во что-нибудь мультиплеерное. Интернет тогда уже был, но не у нас, до прихода в наши Палестины еще много-много лет до интернета. И вот мы нашли такую штуку, таскали компьютеры друг к дружке домой и гамали. Ну вот, значит, какая-то кооператив-миссия в этом джиноме. Мой друг выпал из робота, бежит занять другую и говорит типа: «Дэн, прикрой!» Я смотрю, где там он, вижу какого-то робота, который типа ему угрожает, стреляю, и последнее, что видит мой друг, это ракеты, выпущенные мной, летящие в него. К чему я все это рассказывал? Вот у игрока по имени под ником Собака как-то вот очень клево получается стрелять из его, как там теперь это, стомпа Титана. Титан, неважно, короче. Вот там выпали этот монолит, Ктан, покруг свои, он такой: «Спокойно, I got this». И туда залп дал. И как-то ни странно, все потери, которые понесли Space Marine, это от взрыва Ктана, а не от этих шаблонов, которые куда-нибудь да уходят. Вот у собаки
так не бывает. И это постоянно с ним. Помните, я играл своим Хорнет-трактором с ним? Там было то же самое. Вот, вот умеет человек стрелять. На этом фланге идет формация. Что-то там сколько попали? 19 из 77. 77, 19. Шестерочка. Они все блайн так. Вот. И ничего. Ковры откидали. Не дочаржили. Вот. И не дочаржили, да, пытались. Грустная история. А эти сняли пару хулпоинтов Тунайта. Там в райты съели несколько мотоциклов. Значит, паучок тупит. Мне никак его протокол не перегрузится. Баржи в стойких грейхантеров никак, ничего вообще. Вот здесь формация вылетела, почерчила черты. Кто-то там. В это ход было 4 шестерки. Да. Дайте мне 16 кубов, он сказал. Вот. Псих-псих-бах-бах, сколько хитов там? 21 вунда, 51 силы обойдет. Вунда, вот. Да. И 5... еще а где-то, и 13 еще с Тесла-дистракторов. Еще 13 седьмой силы. 5 орков. 5 орков, Варгос и Пейнбой. Хорошо. Я старался. Магия 3 плюс 3 роллом. Да. Где они тут 3 плюс, понимаешь? Вот тут, тут орки стоят. Тут они задумались, и стоят 3 плюс 3 роллом, тут, я не знаю. И тут Варгос вообще был этот... Ничего у него не было. Ничего. У него был плюс один на один кавер за турбобуст. И он умер все равно? Да. Вот видишь, все просто элементарно вообще. Умирают все. Вот. И больше ничего не кто-то. Папа обновился. Папа обновился. Новый уровень слов. Приезжал, короче, этот. И заапгрейдил ее. Монолит ее заткнул. Вторая формация. Коз брошена на правый фланг. И я считаю это большой ошибкой. Нужно было не распылять силы, а сосредоточить все на левом фланге, где много вкусного, много опасного. И после уничтожения уже можно развернуться и зайти там на свой правый фланг, пощипать этих стомп с титанами. А так это распыление, которое, мне кажется, некроном выйдет боком. На этом фланге Шер сел, снапшотами сбил, да, кассу Лайка Босс. Вот эти вот парни под реролами 6 занесли попаданий, ни одной шестерки с реролом, ничего. Мотики разобрались с врайтами, постреляли немножко в Дакаджет. В Дакаджет, да, свой. Да. Фу ты в Дакаджет. Кто там был? Коса. Коса была. А нет, мотики стреляли. Они в райтов. В райтов. Кажется, в райтов. Да, да. Ошибся. My bad. Слепили толпу. Слепили толпу. После этого почарджили ее и девчонками. Это не девчонки. Там одна девчонка. Ну, девчонки полегче. Девчонки. Девчонки. И мальчишками. И мальчишками. Вот. И, очень результативно почарджили. Чё, кого убили там? Одного воина. Одного воина убили, сами не тоже не. Ну, конечно, нет. Тюрьмя, там они какие-то слепые тут... все. Слепые, некроны вот. Ничего не могут. С этой стороны... Стомпа, все досилось, они летело подошли. Много всего. А, да, стомпа прилетел, да, никого... Титан туда все кидал. Ничего. Титан убил... А, не, Титан убил Титан... Хронометрону. Да, и все. Да. А, Хронометрон и один воин, все потеряли. Нормально, Хронометрон убили. Еще один воин. А, вот. Терминаторы эти решили не помогать волкам, подчарджили гипнопаука. Он их загипнотизировал, убил, да, и заколотили его молотками. Ставили все волкам разбираться с этой формацией. Там мотоциклы, вышедшие из этого фланга прошлый ход, доехали до баржи, раздавили все, и парни... Сосолки дожали второй баржи. Стоят там, просто фланг зачищают. Здесь стрельба ничего не дала. Висят и висят. Вот только брекнули монолит. Там пытались гранатами закидать, не получилось. У меня есть два замечания по поводу этого хода, и оба касаются волков. Во-первых, нужно было видеть, как Гримдарк, когда он узрел, что Энтар, вместо того, чтобы поддержать его чардж в фалангу, пошел разбираться с маленьким беспомощным паучком. Он кричал: «Зачем? Зачем? Ну зачем? Боже!» В общем, это было интересно наблюдать. Несколько... Ну, так продолжительное время он восклицал в пустоту, пытался понять, как такое могло быть, потому что до этого он долго обрабатывал всех игроков на чардж фаланги,
никто не хотел этим заниматься, типа, нет, давайте не будем трогать. Нет, мы пойдем и убьем, давайте, друзья, скажем, дружные, вот, вроде 10 терминаторов выпали, сейчас они могут пойти в... Куда вы пошли? Что? Зачем? И зачем ему нужен был этот чардж? Дело в том, что перед битвой его герои принесли клятву, что череп вот этого главы второй гробницы они принесут и сделают из него бокал, чашу для перов. Вот, повесили все соответствующие там печати и пошли вперед. Так что ему было выгодно, чтобы его поддержали, понимаете, такая хитрая хитрость волчья. Вот, а тут такая вот... Ну, тем не менее, отделался он легко, никого не убили. Стоит. Вот, второе замечание. Потрясающие грейхантеры. Вышли где-то на первый ход там, сзади. И стоят там, убили Ктана, там что-то какие-то баржи подъехали, они тоже, давайте. Сидят там, причем ничего особо не делают, только всех, иди, иди. И, ну, видимо, там, как всегда, короче. Микроны летят фронтом, но так как все уворачивались, то особо никого здесь не убили. Главная разборка здесь, волки взяли защику и бегут. Вот, только брат бухал, встал. Как говоришь? Тактическое отступление. Вот, синоним брать защиту. Мы их заманили, короче, на дредноут, и давайте, пацаны, вперед. Брат бухал стоит и развлекает пацанов. Скорее вы дредноута заманили, давайте вперед. Отступает. Очень прикол. И тут мне вот так вот такая. Мне аж страшно стало. Однако рукопашка у волков не задалась. Они отступают, но это Space Marine. Действительно, у них тактическое отступление. На следующий ход они регрупятся и снова могут навалиться на эту фалангу. Тут даже так бы их спас брат Бухал, они могли уйти спокойно, если бы не были спейсмаринами, да? А тут даже он просто, ну, стоит и стоит. Они отошли, вернулись. Если бы не было его, они бы остались в бою. Чёртовы спейсмары. Здесь некроны предприняли... Дерзкую высадку, да. Вот они вышли здесь своими... Уже пытались здесь марки выйти, вот раз... Третий раз. Хитнулись. Вот, испугали вот этих. Постреляли. Все откинули. Три шестых из четырех ковров стрелял. Залеглись. И вот эти стреляли тоже там. Третьи откидали. Все откидал, да. О, мы вспомнили о миссии. На краях обоих столов есть главные центральные точки Space Marine, которые нужно удержать любой ценой, иначе снова провал. И вот спецотдел некронов пытался взять точку, прогнать оттуда гречинов. Ничего не вышло. Ни шатка, ни валка здесь. Два самолетика накрыли общими усилиями. Значит, огонь отсюда. Со стопкой тоже стреляли, нет? Короче, здание взорвали оба. Нет, вот это здание взорвали. Из чержа второе взорвали. Это было главное здание некрон. Вот им теперь совсем плохо. Стомпа молодец. Вот здесь окружили со всех сторон бедных десмарков, но они выстояли и пока стоят, даже льдак прошли. Вот, а здесь почарджились все, окружили эту фалангу. А чарджи двоих потеряли. Били. Четырех убили. И потеряли трех на молниях. Двух термосов и одного скаута. Вот еще. Это очень важный и поучительный момент. Так как Space Marine выбрали защиту, то я им ничего не рассказывал об их целях. Ну, кроме того, что они должны были защищать. Но, тем не менее, все объекты некронские были на карте. И некроны знали, что вот эту вот коробку ни в коем случае нельзя отдавать. И они зачем-то поставили на нее пилон. Не знаю, зачем это сделали, типа не палиться. Поставим пилончик. Типа не при делах. И вот в какой-то момент, когда на поле осталось очень мало некрон, что-то нужно было делать войскам в центре карты, они решили просто все крушить подряд. Типа я хочу этот пилон сломать. Я говорю, а это in-placed weapon в здании, его нельзя просто так ломать. Здание разрушено, 15-я броня, столько-то хулпоинтов, давай. Такой, да не вопрос, там бац, до силы там. Бдыщ. И вот так, совершенно случайно,
они взорвали что-то очень важное, и снова все некроны там... Ход некронов тут пролетели, кого-то убили, даже вот 8 орков. Отсюда прыгнали с помощью вуали и куда-то улетели, мисхапнули. Здесь, на свипе, потеряв главное свое здание, потеряли пирлис. Вот их там на 6 выиграли и на свипе догнали. 180. Некрон где-то валяется здесь по полю. Встали раз, два, три героев, в том числе глава гробницы. Тут же, потеряв синхронизацию с сервером, дрогнула фаланга. Окруженная со всех сторон, она была растоптана и вдавлена в землю. Дакаджет просто, он в ярости. Четыре пня, четыре шестерки, и Гленс откидал все, кроме одного пня, я расстроен. И на пне двоечка, печалька. Зато он сорвался второй. Это сломало второй, его братика, да, поэтому дальше. Сломали завод с ракет, там, дефокты, две шестерки, и стонку шестерка. Сломали тут бастион. Бастион это сломали, здесь сломали. Просто на всякий случай. А здесь добрали... этих характеров. Брат Бухал снял голову с их лидера. Да, брат сделал Бухал подошел, исполнил клятву, снял черепочек. Будет в зале своем пить там. И делать всякое. И всякое. Всякое с этой головой. Ну что ж, лоялисты справились даже лучше хаоситов, которым, по большому счету, очень помогли эльдары. Без них, ну, не знаю еще, чем бы обернулось. Но, тем не менее, с двух сторон некрон вдавили обратно в их дыры, и следующий этап кампании будет проходить внутри гробницы. Мы будем отыгрывать, как лоялисты и хаситы с двух сторон будут крушить, идти к центру, и в центре будет пытаться прийти, вернуться обратно к жизни глава гробницы. Успеет ли он встать до того, как всех убьют, или нет, неизвестно. Присоединяйтесь к нам на любую сторону, попытайтесь отстоять честь некрон, или все-таки вместе с лоялистами или хаоситами убейте угрозу в зачатке. Ждем вас. Ну и надо отметить, что вот этот вот этап был на моей памяти первым, где закончилось все вайпаутом до конца времени. Такого еще у нас не было. Ну и нужно отметить опять сюжетную игру игроков. Волки взяли перед боем на себя дополнительные обязательства. Я такое всегда приветствую. Как я уже говорил, если игроки сами себе придумают сюжет, это очень круто.